Ну что, возьмем, наверное, то, что я хотела изначально взять, возьмем Каэрнервона и немножечко пострадаем на Каенчике, потому что мне его нужно прокачивать. Витя. Витя, а дальше циферки 254 и так далее, короче. Будет так достаточно записать. Чиндж Кейдж, привет. Аарон, привет. Настроение супер. Да мне тоже супер, Аарон. У меня тоже замечательное настроение. Что может быть приятнее хорошего, спокойного вечернего стрима, я даже не знаю. Особенно перед твистер-трансляцией, где можно будет заработать много твистер-монет. А твистер-монетки очень даже не помешают. Твистер-монетки прям просто очень нужны. Да, Деп, действительно, до 400 лайков не так много осталось. Я знаю, что вы справитесь. Это прям совсем крошечка. И будет еще один розыгрыш взвода. Хотя бы еще один розыгрыш взвода смогу сделать. Ой, сейчас бы от объекта не отхватить. Вот когда так вылазишь, постоянно думаю, сейчас бы от объекта не отхватить. Или от Яги, которая, кстати, очень быстрая, шустрая. Она уже давно могла занять позицию ПТшную. И в там кустах стоять, ждать, пока кто-нибудь вылезет, ошибется, чтобы накинуть нужно. Ну что? Вот отсюда, кстати, она меня... Она меня может видеть отсюда. Отсюда она меня, кстати, тоже может видеть. Ладно. Я сейчас поменяю позицию. Так, у них объект вон он вообще. Так, хорошо. Минус объект. Минус объект. Тут рядышком это уже дышать легче. Тогда... А, Яга, вот она. Привет, Яга. Привет. Ты знаешь, что у меня ДПМ хороший? Ты знаешь, что ты, можно сказать, засветилась и все. О, тут товарищи такие внимания-то на меня обратили. А что, вам заняться больше нечем? Ребят, давайте давить. Давайте давить пацанчиков. Просто их как бы надо давить. Блин, это 34, ты что такой упоротый? Прям мега упоротый парень. Спасибо, Хам! Спасибо за донатик, спасибо за пожелание удачи. Спасибо, огромное. Спасибище. Спасибище, спасибище. Правда, очень приятно. И за подписку тебе тоже огромное спасибо. И за подписку, за донатик вообще. Спасибо. Спасибище. Огромное спасибо. Ой, ну давай. Давай, раздамаживайся, пожалуйста. Раздамаживайся, мой дорогой. Блин, рикошет! Рикошет в борт башни. Ай, что это за скачки камеры были? Я думала, сейчас перед носом его заберут. Но его не забрали перед носом. Там еще две... А, и две CDC осталось. Минус CDC, который упарывается. Еще с поджогелем, ёпрасте. Как топово подгорел, ребят. Пацан прям вообще топово подгорел. У тебя выхода нет. Давай, CDC. Гоу, либо на меня, либо под Е75, либо вообще как-нибудь. Давай. Определяйся уже. Куда ты, в какую сторону ты хочешь поехать? От кого ты хочешь сдохнуть? CDC не может определиться, от кого дохнуть. Нет, он определился. Он от меня хочет сдохнуть. Давайте не будем лишать его этой участи, потому что он хотел от меня помереть. И он отправился от меня в ангар. Передай приветики. Приветики. Приветики, Артем Андреевич. Кстати, где у них еще одна CDC-шка? У них где-то еще одна CDC. Я не знаю, где она. Что ты тут делаешь? Кто делает? У меня вообще тут все хорошо. Отдыхай. Ой, топ-юмор от Е75-го. Я не знаю, возможно, ну, хотя CDC он уже мог давно сменить 150 раз позицию. Гоняться за CDC тяжам, куча тяжелых танков вообще смысла нет. Есть смысл просто поехать на базу и вот позахватывать то, что мы сейчас сделаем. А там вот если он сейчас захочет, он сам приедет. А выдавать его точно никто не будет, потому что это две СТ-шки, они во взводе. А, так вот он, CDC-шотный. Ну все, теперь точно пацан ты трупик.
тебя уже точно выбора нет, потому что мы тебе сейчас, есть 75-й, мы сейчас тебя окружим и просто мы тебя задавим. Просто мы тебя задавим. И все. Выхода больше нету. Давай, сиди, ты хочешь куда-нибудь удрать. Ты однозначно хочешь удрать. И, скорее всего, ты поедешь в мою сторону. Скорее всего, ты поедешь именно в мою сторону. Ты будешь моим мастером, сиди. Ты будешь моим пятым фрагом на мастера на этом танчике. Всем привет. Ильфат, привет. Ильфат Плеер, привет. Привет, смотрю тебя прямо из казарма. Привет. Да, мастер. Ребят, я знала, что это будет мастер. Однозначно лайк за мастера. Подписочка на канал, кто еще этого не сделал. Я добила этот танк и наконец-то взяла на этом Каир Нарвоне мастера. Взрыв мозга.